Лезь до нас, следя за химиком. Полиэрметанцы здесь ни при чем. Значит, все будет как раньше? А вас устраивает то, как было раньше? Вас все устраивает? Килограмм тут, килограмм там. Вам не кажется это милостыней? То-то дела идут хорошо. И если потом вы в комиссии сможете добиться лучшего, более ровного распределения доли, это будет здорово. Значит, вас устраивает милостыня. И просить ее должен я. Я должен пойти к Бандате и Инцирилу и сказать: простите, вас не затруднит еще килограммчик? У вас же доброе сердце. Я милостыню просить не буду. И если все останется как сейчас, мы все время будем снизу, а они будут все время сверху. Что такое? У вас пропал аппетит? Эта мелочь, которую вам кидают полиэрметанцы, утолила ваш голод? То-то прав. И теперь мы должны дать всем понять, что на свете есть не только полиэрметанцы. Кто отнесся к нам без уважения, как Ди Кристина и Кальдерона, уже не расскажет об этом. Но семьи Бандате и Инцирило — это же другое дело. Если мы решим растоптать этих двоих, потом мы должны быть уверены наверняка, что мы им обломаем рога, а не они нам. Голод. Наша сила — голод. В Палермо даже не знают, что это такое. Но я это испытал. А когда ты это испытал, ты хранишь воспоминания об этом всю жизнь. Значит, ты уже решил? Я решил это 40 лет назад. И ты тоже. Мне война не нравится. Чтобы вести войну, нужны двое. Эта война закончится быстрее, чем они заметят, что она началась. Вот это то, что мы обнаружили.